Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых вернули из больницы. В СИЗО он прошел курс лечения у эндокринолога, флеболога, хирурга и невропатолога. Теперь Белых чувствует себя гораздо лучше. Напомню, бывшего губернатора обвиняют в получении взятки в 400 тысяч евро. В июне 2016 года Белых был пойман с поличным в одном из ресторанов Москвы. При этом сам себя виновным он не признает.